Сегодня в нашем зале большой праздник Федерации ММА Карагандинской области. К нам приехал представитель руководства Федерации Республиканской ММА Казахстана, исполнительный директор Жанна Олеговна Ким. Карагандинская область очень талантлива спортсменами по смешанному боевому единоборству. И яркий показатель сегодняшнего мероприятия – вручение корочек мастеров спорта РК. Организовать этот процесс, дать возможность ребятам выступить, провести сборы, направить их – это очень большая, огромная работа. Прежде всего, спасибо за доверие руководству Республиканской Федерации в лице Анатолия Игоревича Ким, Асылбека Бухаировича Дюсенова, Жанны Олеговны и всех наших коллег с Республиканской Федерации, всех, кто приложил к этому руку и днем и ночью составляет одну большую дружную семью КАЗ-ММА. С великим удовольствием приезжаю сюда, в Караганду, потому что очень воспитанные спортсмены, огромный штат тренеров, который занимается непосредственно воспитанием, подготовкой таких ценных кадров. Көп көп рахмет, Жанна Олеговна келіп, бізді құттағанына. Құдай қаласа, мирда орын алам деп ойлаймын. Сегодня в Карагандинской области были вручены звания мастера спорта Республики Казахстан спортсменам, победившим в чемпионате Республики Казахстан по ММА. Я с большим удовольствием приехала поздравить ребят с таким важным для них событием. Я надеюсь, что эти молодые люди, получившие сегодня звание спорта, мастера спорта Республики Казахстан, со временем получат корочки мастера спорта международного класса. Для этого есть здесь созданы все условия, как вы видите, прекрасный зал, прекрасные тренера. И до встречи, моя любимая Караганда. Добрый вечер. Сегодня 20 августа в Карагандинской области от лица руководства Федерации ММА Казахстана исполнительный директор Жанна Олеговна Ким приехала на торжественное мероприятие по поводу вручения специальных спортивных званий мастера спорта РК, заслуженного мастера. Мы благодарим руководство Федерации за оказанное доверие, за более чем 5-летний опыт работы нашей Федерации. Мы будем стремиться к новым вершинам. Ну а нашим коллегам из других федераций областных хотим пожелать: будь сильным! И надо!